продолжаем осмотр. Мы и Элвис. Love me tender, love me do, oh my. И все такое. Круто. Даже есть некое подобие на крокодила Дену, но такого чисто американского разлива. Как вам Халк на мотоцикле, на велосипеде вернее? Ну и весь потолок залеплен постерами. Нет, походу надо снимать здесь все непрерывно, потому что это вынос мозга. Старый винил. Все можно купить. Все, что мы сейчас смотрим, это все можно купить. Вот это стоит $2, $3. Энди Гриффис, $7. Кэт Стивенс, $4. Кто-то мне, кажется, заказывал ролик про старый винил. Вот, пожалуйста, вот такие цены. Где-то от трешника начинаются. Значит, кстати, по поводу заказов. Если в этом магазинчике вам вдруг что-то приглянулось, вы что-то хотите себе заказать, ребята, не стесняйтесь, пишите. Условия для заказа очень простые. Значит, у меня минимальная комиссия будет $25 за обработку самого минимального заказа. И я уже несколько заказиков в Москву отправлял. Значит, минимум стоимость доставки, это тоже $25 получается. 1 фунт веса, это приблизительно где-то 500 грамм. То есть вы можете сами рассчитывать, сколько ваш заказ будет весить. Вот. Ну и, соответственно, значит, вот я вам минималку все рассказал. А дальше мы уже будем с вами обсуждать, что почем хотели с мечом. То есть если будет большой заказ. Вот это вот можно купить постер за $5. Такие постеры всякие разные. Аппаратец, пишет Аутофорда. Что тут можно было сделать? Наверняка засунул жетон. А, во! Можно себе сделать вот такую юбилейную штукенцию. Раз, ее себе сделать. И что-то каких-то небольших денег стоило. 50 центов, что ли, стоило. Можно купить вот такого Люка Скайуокера за $24. Можно купить вот такие вот концертные постеры по $11.99. И Beatles, и Suns. И Джим Моррисон, все что угодно. О, Dream Car, да, конечно. Вот эту машину обязательно. Значит, можно купить вот такой вот сингл спикер. $28 каждый и полтинник пара. И вот они здесь навалены. Красота. И вот такой розовый Dream Car. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня, к сожалению, зашкаливает здесь цветопередача. Я поставил по максимуму. Но хочу заметить, нежно-нежно такого pink color такой, тот самый правильный. Ну, вот такие вот тут курточки. Все помним их по 60-м годам фильмам. Кто-то сидит похоже на Мерлин Монро. Класс. Идем дальше. Родная Кока-Кола, старенькая, стаканчик такой, $3. Вот такая Кока-Кольская. $16 традиционные вещи, пошли они раритетные. Вот. Вообще в Америке что-то старое и покрыто ржавчиной, уже считается антиквариатом. О, вот это вот! Это я чумовоз, это джакбокс, настоящий американский чумовочий. Пожалуйста, плечик. Ну, такой модернизировали с электрический дисплей. Но вот он такой настоящий джекбок. Показать, пожалуйста, джексать. Можно музон станете зарастать. И, соответственно, сколько все это дело заверху ушать. Еще одна мерлинская кола устроилась. Обязательно. Пойдем. Сюда мы в кафешку занесят. А вы посмотрите, это гоин. Какой дел? Вот такие ушечки. Они 60 винилы фильмов. Вот сиду. Это чума. И такой сегодня чекап праздник, ребят. Это праздник. А, у меня просто вошел. У меня про магазине будет. У меня просто... Я без камер, я вот там, у меня уже год назад времени, но я был, и я не могу снять. В общем, было мало. Вот это. Не, класс. Не мог все. Нет, я точно здесь вот. А выпью из зуб. И сегодня непременно что-нибудь об этом раскушу. И именно вам скажу. Но вот это вот Элвис. Мной поют суперски. Это вот. Идем раньше. Идем дальше. А, кто помнит игрушки дальше? Кстати, помните дальше? При Советском Союзе
Сталин. Надо было шариками катать. Значит, это вот все шарик с шариками. Вот это еще можно купить. Вот это машинки, которые продают крупные жвачечки. 70 баксов такая стоит, можешь себе поставить на кухоньку и себе любимому выдавать. Старые телефончики по 28 баксов, старый радиоприемничек, General Electric, смотри, 22 доллара. Поставил себе на кухню, наслаждаешься. Круто. Я сегодня в своей родной стихии. Это вот моя тема. Во-во-во, мы приходим туда, куда мы должны были попасть. В детстве мне подарили целых 4 настоящих американских комикса 70-х годов выпуска. Такой шикарный подарок получил от одного друга нашей семьи. Это было в далеких 80-х. Ну, естественно, все эти комиксы были зачитаны до дыр. Это был Marvel, поэтому я был в курсе, кто такой Капитан Америка, кто такой Спайдермен, кто такая Фантастическая Четверка. А вот это вот те самые вот комиксы 78-го года выпуска, коллекционные. Вот 9.99, пожалуйста, можно купить. Вот Вулвер Райан, Росомаха, 3.99 комикс. Еще Марвеловский какой-то комикс, тут Халк у нас, какая-то вот барышня, вот. А вот DC-шные комиксы мне никогда не нравились. Они какие-то, не знаю, Бэтмен сам какой-то недоделанный. Marvel Rules. Вот я вам сейчас хочу сказать, по своему детству круче марвеловских героев никого нету. Супермен, тоже DC-шный персонажик. Такой вот комикс стоит 3,99. То есть, короче, ориентируйтесь, где-то от 4 баксов в среднем можно комиксы найти. Вот, видимо, распродажа написано 2,99. Conan Варвар. Давайте еще марвеловский котень поищем. Вот Фантастическая Четверка, про которую я говорил. Пятерочку такой комикс стоит. Это у нас, по-моему, 78-й год или 79-й. 78-й, вот 78-й год. Вот такой вот марвеловский комикс. Он такой запечаточки на твердой основе, чтобы не помялся. И все, то есть. О, ха-ха, Флинстоны. Класс, класс. Флинстоны у нас раньше стоили 12 центов. Сейчас это раритетный выпуск 63-го года стоит 7 баксов. Еще один марвеловский комикс. Это у нас Микронавт. Я даже про такого героя не слышал. Тоже пятерочка стоит. Walt Disney есть. Ну, это для маленьких. Вот тоже есть выпуски Walt Disney. У комиксов я могу очень долго застревать, поэтому давайте двигаться дальше. Вот, например, старенькие машинки. Можно посмотреть. Если мне удастся прокатиться, подойти сюда поближе. Непонятно, сколько стоит такая машинка. Нет ценника? Нет, ценника нету. Без понятия. Ну, каких-то денег она стоит. Но мне кажется, что это реплика. Это реплика, это сделанная машинка уже в Китае современная, она сделана под старую. Я думаю, что не меньше 20 вот такие машинки стоят. О-оу. Кто-то что-то мимо пустил. Идем в раздел жвачечек. Помните, у нас Америка раньше ассоциировалась с жвачкой, с жевательной резинкой. Я, честно говоря, очень жестко обломился, когда первый раз попал в Америку в 2007 году, потому что я ожидал увидеть «О», а увидел Потому что крупные корпорации убили мелкие фирмы, которые выпускали жвачку. Но это, конечно, очень сильно дух убило. А вот здесь вот можно найти раритеты. Можно найти раритеты и всякие такие вкусники, про которых даже не знаю, что это такое у нас. 99 центов. Вот такие тофи по $1.59. Вот такие трубочки по 2.99. То есть здесь есть чему развернуться. Вот, и найти себе что-то необычненькое такое, чисто американское, чисто американское. Я сейчас буду медленно идти вдоль рядов, комментировать ничего не буду, потому что у меня просто не хватает слов, чтобы все это прокомментировать. Вот это все можно заказать, все эти вот эти вещи замечательные. А вот эти, наверное, вещи, они как написано, балк, это, видимо, то ли поштучно, а, вон написано, все, разобрался. Это балканди, он стоит 9.99 за 1 фунт. И вот отсюда всего можно вот это набрать, и, соответственно, это вот, ну, эксклюзив вершин такой, просто эксклюзив такой, конкретный эксклюзив. Вот этот эксклюзив здесь можно набрать и напробоваться. Чисто таких американских канди.
Чего здесь только нету. Если, ребят, я буду задерживаться и подробно каждый товар описывать, мне не хватит недели, чтобы вот это все завязать здесь возле каждого товара. Да, вот берете такую корзиночку, как девочка, и идете. Вот примерочку взяли, и все набираете, что вы хотите. Мы здесь зайдем туда. Вот. Что у нас здесь? А, прям дальше. Ну, зонтик с суперменом. А, коллективные мишки. Я уже здесь был. Мишки где здесь 6 стоит, вот эти разные. Вот, для информации. Во-во-во, такая вот, это вот, во, еще вот так, не заряжу, тема, шариками, кстати, фигуры, они нравятся шарики, очень сами вот, краска, но здесь сладенькими, что это тоже тема, старенькая, Америка, для, здесь уже написано, для продажа, видимо, чистая акция, как видно, это не для, это создает какая-то коллекция, которую собрали, и вещи можно, она здесь чисто найти, такой антура, но я думаю, что старые будут уже здесь продажи, голы, это еще, старыми, пусть и сколько, какие-то, скаки, вот, как бы выражать, вот это, наверное, газировка тоже. О, а это, наверное, только для тебя. О, для показа. Sorry. Продажи. Тоже не дисплей. То есть, идем дальше. Это не для дальше. Вот и пошли вещи важные. Вот такие сети, все вот вязаные винта. Ну, я не знаю, чатер указан. И вещи. Тут, короче, их не указанный предмет брать. Смотри, вот будет ценник. И уже разговаривать конкретно с продавцом. Что радуга стоит. Ну, вот такая скорочка. Аж 75 баксов стоит. Для тех, кто коллекционирует разного бакса, бейсбольные, все разные аксессуары. Я, например, то понять не могу, как можно 85 долларов платить вот за это. Ну, кому что, как говорится, кто что. Так, кто по что горазд. Ну, это он поделал, ну, тоже прикольненький такой. Оп. Коробочка 4 бакса, вот такая стеклянная вазочка 8, вот драйвины, не знаю сколько стоит, похож на старенький. Вообще похож на старенький. О, старый Мерлин Монро, смотрите, 38 долларов стеклянный, они похожи на Барби, но как бы это вот, как говорится, родные, как говорится. Вагончики для железнодороги 7,50 старенькие. Старые книжки, кстати, есть. Тайпрайтер, машиночка. 6 баксов стоит вот такая вот. Идем дальше. Исторический театр. О, и у нас у входа здесь вместо кассира вот такой вот ситх, кажется, да? Из «Звездных войн». Я, честно говоря, просто плохо помню, как называются эти вот герои, но похож вот на ситха. Или сикх, как он? А вот это что такое? Портативный гранатомет. Я не знаю, что это за устройство, но у входа у нас стоит очень внушительно. Какое-то безоткатное орудие. Исключительно для разборок с тещей. Господа, у кого гадкая теща, рекомендую купить это устройство. Решает все семейные проблемы. Area closed. Обламинго. А вот тут, наверное, repair зона. Во-первых, я вижу старую настоящую автоматку, как Ольский. Судя по материалам, это 70-е годы. Вот умереть и не встать. Я знаю такую пластмассу. Она в 70-е годы использовалась вовсю. В рекламных материалах она вот использовалась. Ну и, соответственно, что есть? 40 центов кидаешь никель, квартер или что там, даймс на 40. И у тебя вываливается вот отсюда бутылка. Ты ее вот так-то раз, открыл, взял и полный порядок. Вот. И стоит 750 баксов. В общем, наверное, недорого. Вот. А вот здесь зона закрыта. Здесь, видимо, идет какой-то репар. Я сейчас постараюсь заснять, там, что там происходит. Ох, сколько здесь хлама. Да, тут еще хлама на 20 магазина. Вот. Такая вот история. Народ сегодня очень много, несмотря на то, что суббота, в общем говоря, народ идет. А
помните, мы в 90-е годы, когда совок рухнул, коллекционировали банки пустые пивные. Ну вот, смотрите, ребята, значит, мы, оказывается, были на голову не больные. Родители хоть и возмущались, что мы свои квартиры забивали этим вот алюминиевым хламом. А народ здесь относится по-серьезному. Такая баночка стоит 4 бакса. Вот и думайте. А потом, когда мы все повзрослели, все наши коллекции полетели в помойку. Вот. Все подумали, а нафиг нам все это надо, и все вытянули. Хотя я уверен, на все 100%. Кто вот моего поколения банки такие коллекционировали, блин, точно помню. Фредди Крюгер. Прикольно. Забудь надежду всех сюда входящей. Зона ужасов. Зона ужасов. Здесь продаются ужасы. Ужасы и кошмары. Вот. Здесь, к сожалению, парка освещение такое. Камера меня не берет. Но что-то вот здесь такое вот из раздела хэллоуинской продукции. Вот. Кто сможет разглядеть, у кого состояние нормально. Вот такой армейский велосипед на рабе колесный. Хочет себе купить. Ездить вот в таком педе армии стайл. Я думаю, можете себе такой велосипед прокупить. И ну, что не дорого. Главное экономичный. Кстати, не надо. Раз и пошло. Вот. Сталинский кинотеатр. По Америке можно прийти. Чисто афганский. Вокруг висят старые на афише. Вин Ред Скелтон. Джейн Нерс. Круть. Шерлок завис. Осталась реклама современного Холмса. Но вот очень хорошо, что писать не мог здесь. Хотя фильм с мощным темный. Эту рекламу использовалась в кинотеатре, поставили. Это мы вытянули. Вообще, и ребята, и все. Вообще дизайн. Молодцы. Это магазин зачет. Арт-директор. Ваш не зачет. Потому что это Дина. Это зачет. Это зачет. Потому что действительно зачет. Вот. Старые. Смотри. А, что-то не репрессия. Сведены постеры. Смотрите-ка, настоящие. Может быть, принты? Для оформления. Это девички. Я не буду купить прямо выцепить в рамочку. Тоже. Это вытаскивай, так бег, кто? Бегу себе. А вот это Рот Белл у нас тут такой. Сенджер. 37,9. Во. Стоит 30,99. Ну, вот так. Без... Такая вот... А, 10. Ценная. А, тяточка. Пожалуйста. Большие на пажество, это не устро. Знаете, из написано пластмассовые штуки из этой снимаю, просто смотрите. Второй бакс стоит. Дальше. 4 комнаты. Чем заняться мертвецу в Денвере? Класс. Что у нас здесь? Вот это я не знаю, как перевести правильно на русском языке, как он был в прокате. Two Thumbs Up. Я вот не знаю, как в прокате назывался. Одинокая звезда. Каждый постер стоит двадцатничек. Пожалуйста. Все американские фильмы здесь, которые были на слуху. Ну, это, видимо, уже современные такие последние 10 лет, может быть. Но если покопаться, я думаю, здесь можно и старые какие-то найти фильмы. Вот. Marvin's Room. Mulholland Falls. Да, так, победитель вам показал, что здесь есть. Вот, порыться можно найти чего-то интересного. Наверху модельчик самолет, наверняка, который летает. Кинг-Конг у нас здесь примастился. Вообще Кинг-Конг тут даже не один, а несколько. Вот, что это? А, это у нас перья. Это у нас перья для того, чтобы писать и какие-то делать графические работы. Опять же, кто при Советском Союзе вырос, те штуку помнят. Какие-то неоторванные, неиспользованные билетики, штампы печати. В общем, вот такая вот интересная консультация здесь. Штампы печати, еще что-то вот тут. Пресс какой-то канцелярский. Чума. А,
интересный такой раздел, где занимаются приготовлением вот этих постеров. И работают с этой печатной продукцией. Вот мы какой небольшой цех, где занимается вот, приготовлением сувениров. Целая рабочая зона очень интересная. Видимо, по будним дням здесь можно наблюдать, как эти люди, которые съели собаку вот, на оформлениях и на восстановлении, там, на репаринге, занимаются, вот смотрите, кисточки, смотрите, за них материалы. Я просто в свое время так плотно занимался, интересовался, вернее, вот этим технологическим процессом, даже печатный станочек такой стоит. То есть, видно, здесь люди и работают, можно подумать, за их не работает, очень интересно. Крайне интересно, крайне интересно. Ну и где же дальше? Можно купить себе на память вот такой вот как бобину, такую бобину. Я как $15 квартирку, то есть старый бобин. Если квартирку украсить, квартиру. Взять себе как-нибудь квартиру украсить. Какая-то как стоит вот ракета, знает. Может быть даже Ильина. Зина пришла с нашим маленьким учителем. Вот. Да, новая, я не знаю, одна штука. Сюда можно зайти. Еще вот это можно, видимо, возникло с этим. Знаете, у меня комнаты сразу. Вот первые серии. Вот там, где робот пытался зайти. Помните, сюдальный опал? Футур. Мне похоже. Бендер, моя же тема здесь. Все сюда. Машина. Так. Идем дальше. Идем дальше. Платочки пошли. Винтажные по 9 баксов. Винтажная бижутерия. Кто-то, кстати, у меня краш про винтажную бижутерию. Кто-то у меня спрашивал. Опять винил. Пошел у нас опять винил. 80-е годы. Элвис вот у нас здесь. 60-е, 50-е. Кстати говоря, сколько стоит? По 15 баксов. 4 бакса. 12 баксов. Ну, ребят, бюджет представляете? Кто винилом как бы интересуется, пожалуйста, как бы. Сразу вам скажу, значит, если мне скажете, найди-ка мне, голубчик, какого-то конкретного исполнителя, да еще чтобы это была определенная там запись, я не смогу найти. Здесь все разнобой. То есть вы просто можете сказать, хочу винила какого-нибудь тут, к примеру, вот в 80-х. Пожалуйста, я вам наберу пластинок, вот, и вот ценник вы сами можете понять, какой. Но искать что-то конкретное здесь, по-моему, бессмысленно. Можно найти отдельного исполнителя. Кстати, сидишки. Сидишки по 4 бакса. Вот, тоже вот. Я сейчас покажу, что здесь есть. По 4, по 5 баксов вот эти CD, которые сдали. Вот. Ну, можно Микки Маус купить. Винтажного за 8 баксов. Это копилка, наверное. Да, копилка у него, вон видео. В голове дырочка такая, можно четвертаки кидать. О. Ходить мне не переходить. Значит, что это у нас здесь такое? Что это у нас здесь такое? А, это оформленные на таком холсте за 25 баксов. Репринты. То ли с обложки комиксов. Да, скорее всего, это репринты обложек комиксов по 25 баксов. Это фотопечать такая качественная, но годится идеально для оформления. Годится идеально. Тоже хорошая идея. Вот эти барышни мы помним. Такой поп-арт пинап. Вот. Выбор очень большой здесь. То есть приблизительно вы знаете, что это стоит, каких денег. Репринт, конечно, делал современный, вот, но комиксы все старые. Очень много интересных вещей здесь. Можно себе квартирочку так отдизайнерить. Можно фею такую себе повесить, например, для поднятия настроения в офисе над рабочим местом. Пришел, посмотрел на такую фею и сразу легко стало. Или вот таких вот повесить персонажиков комиксных. DC-шные, кстати, персонажи. Ну или купить дочке вот таких принцессок замечательных. Ну, а вот это вообще красота. Супервумен, который атакует, и он машины прямо раз и вскрывает их, ломает. Ладно, пройдемся здесь. Я раз что зашел. Что не влезет в этом ролике, ребята,
Значит, смотрите продолжение. Если у меня хватит времени, я смонтирую из двух видео одно. Если нет, то кину двумя роликами, потому что каждый будет весить по размеру очень много. Я боюсь, что часовое видео у меня будет качаться вообще до второго пришествия. Вот такая шляпа. 7,95. Ничего так. Кукла старенькая. Стоит 14,95. Кстати, да. И, кстати, я знаю вот эту торговую марочку. Изначально я стоил в коллекционном варианте 35 баксов. Что-то его ценили, видимо, да. Уценочку сделали такую. Сундучочек 29 долларов. Еще одна пишущая машиночка. А вот старый какой-то аппарат. Телеграфный, кстати говоря. Смотрите, сейчас заправляется лента. И, соответственно, вы можете у себя сделать телеграф. И независимо от Ленина принимать важные телеграммы с Центробалта. Стоит 85 долларов, недорого. Еще старый винил, но это уже раритетный. Это такой вот старый винил, который вот довоенный, он стоит 10 баксов. Кстати, я уже говорил про винил. Тут в магазинах есть, вот у меня есть такой магазинчик, где всякое привозят. Старое привозят. И то винил очень много. Поэтому если у меня кто-то занимается серьезным винилом, давайте вы со мной вписывайтесь. Да. Винила я вам могу подогнать. Просто немедленно подогнать винила. Тоже оценим, мы с вами договоримся. Это с доставкой я точно помогу вам. Вот. Поэтому не стесняйтесь, будет у вас винил. Вот Микки Маус по 12 баксов. 5. Вот прям куколка Милый Гандмут. 9,90. Такой тут она не знаю. Никакой, но она так мило очень сделана. Добрый торт, эта тушка. Стоит вот такой счет. Сит вот. 14. Он сколько это? Карах. 29. Где он набежит? Все. 4. По золоту сделал. По 4. Плюс 9. По 4 бакс. 6 я вижу. Интересно. Тоже кто-то здесь так. Вот. Интересно. Слонить. Вот. Это вам реклама. Розовый. Если у вас нет. Бухая, я настоятельно купить ему рекомендую. Позвал слос, приятель, что у такого-то рок не писанника, аукцион прибылизм. Он его нахуй главное. Одел из носим, девой алкоголь. И не дорого терапевтина. Розовый 99. Такое замечательное мужское средство. Гоник такой. По баксу коллекции. Машинки. Машинки. Слушай, ну это 19 дом. Ционные. Она не единого отдела. Она прикруг. Точно. Так, такая уже ездит. Точно. Чисто по эту рабочую коллекция. И это вот так вот втыкать себя на расместе. У машину на нее вот так вот кать. Налогов не можете, соответственно, из-за купить. Из-за мудатства с депутатов Думы. Вот, тех, блин, депрессионов, мудат, может машины на нее смотреть. То, соответственно, хотя логически, так только купить, треть вот. Переодеть. Думаю, разумный. Посмотрим, да, хотя я так, люди, когда скажут, у меня ехать такую машину, машинки можно пару миль дорого. Может, тоже так где-то к выводу. Купить за нет. Вот машинки могут прийти из стикл. Это сделаны для бухла сделано. Да, точно. Видимо, сделано для бухла было. Смотрите, казабак. Это, соответственно, мой бухла. И туда откручиваешь виска и 5 унций. Нужно вот налить. На штуку 2 туда. Стоит, конечно, такая же подарок. Доллара, отдельный такой ящик, офигенный паскаря, можно купить и свою машинку грубану залить туда вот так, такой подгул. Ему там где-то Америка лучшему, видите, гнать вот такая штука, вон, сука, там, типа, смотри, прикур, и тоже бутылка. Человек прямо счастлив, я думаю, счастлив. По 11 долларов в Буринке, ночь, на рестрах долларов машин. 6 долларов. Остерстат пишет, что типа 2 артвор долларов. Пиздать, пух, покрутой. А, передохнуть надо. Ну, конечно, у меня даже конкретно вот так. Блок. Господа, за концом, значит, это видео подходит к заряд сюжета. А я третий раз видим ставлю на запись блок. Я сейчас жду ваши комментарии. Следующий. Вот. Удачи, теплый.